Но спрашивают насчет связи с ментальной связи со присущими сегодня здесь, так? Ну, значит, вот я говорю, что у меня есть школа ментальная, тогда для детей и так далее, а существует ли связь с присущим здесь? Поймите следующее, для того, чтобы осуществить связь, нужно сначала подготовить к этой связи. И даже человек, который подготовлен, очень многие могут, те, кто уже прошли некоторую трансформацию мозга, и могут видеть и так далее, нужно очень быть осторожным, потому что есть паразиты, которые работают под кого-то, надевают камуфляж. И если человек не разбирается в этих вещах, то ему такой лапши на уши могут навешать. Просто это опять-таки знания, умения, навыки, которые требуют время. А для того, чтобы это было, действительно нужно работать и бить на работу с каждым, для того, чтобы довести до этого состояния. Опять-таки, долго работать, чтобы научиться разбираться, что я хочу, потому что это не так, к сожалению, это не так просто, к сожалению.